Беспилотник, оборудованный видеокамерой высокого разрешения, будут использовать студенты Колыванского аграрного колледжа. Так они смогут проводить сверхточный мониторинг полей и прогнозировать урожайность. Об этом сегодня заявил ректор Сибирского университета геосистемы и технологий Александр Карпик. Руководство вуза готово предоставить коллегам из райцентра свой летательный аппарат и, кроме того, обеспечить доступ к современным лабораториям и методическому материалу. Высшее учебное заведение успешно реализует программу партнерства с учреждениями профессионального образования. Региональный проект стартовал 3 года назад. Сейчас в нем участвуют несколько вузов областного центра, в том числе НГТУ и СГУПС. Каждый выпускник с дипломом бакалавра может освоить рабочую специальность. В свою очередь, молодые люди, окончившие техникумы и колледжи, имеют право получить высшее образование на бюджетной основе. Главная цель – это выстраивание системы непрерывного образования, которая позволила бы ребятам достаточно легко принимать решение о том, что вначале надо осваивать образовательную программу среднего профессионального образования, быть уверенным в том, что они будут после этого востребованы и обязательно получат высшее образование как результат.